Да, я знаю, Рейзи типа один из фаворитов на самом деле Квайкона. Интересно, в какой он сейчас форме. Без анарки играет. Ну, давайте так. Пока с Вайзером. Хотя Вайзер что-то здесь вообще не катит. Такое ощущение. Что-то другое надо брать. Может, Блоджоба? Не знаю. Я чувствую, конечно, подлаги. Может, на игру перезагрузить? Может, полегче будет от этого? Это чувство какая-то, не знаю, как 75 Гц монитор. Такой он агрессивный, конечно, тип. Вообще капец агрессивный. Говорится, в карман не лезет, за словом. Сумасшедший какой-то. Почти убил меня, да? Здесь почти убил. Так, 53 следующее. Нужно пойти тайминг на красную узнать. Тоже тут что-то колтало. Все шесть. Должен умирать, на самом деле. Уж слишком много попал. Что-то пытался меня словить где-то, но передумал, что ли, что. Хороший рокет джамп.
Так, почему по звукам я? Я по звукам просто охренел. Ну, Райзу. Ты, конечно, клёво все делаешь, но... Охуевший, конечно, в хлам просто. Пойдет рейл сейчас возьмет. А нижний броник лежит. И он его взял. Кстати, вот вторая ракета, она в принципе по логике должна была к нему заходить. Очень агрессивный тип, конечно, что не скажешь. Он просто тупо не может по мне ракеты попасть. Что-то он реально типа какой-то не расстрелянный или что. Мог побольше попасть, кстати. На ракету бы успеть. А его здесь и не было вообще. Первый красный, потом мега. Не, ну это вообще капец. Ничего себе дымак. Ничего себе дымак просто. Тут я понимаю. Плюнул просто. Но я, по-моему, не советовал на меня сейчас накидываться. И опять то же самое. Да ну, это бред какой-то. Очень мало хитов осталось, никса взял. Надо попробовать. Ага, ну рейл он уже взял, хорошо, я понял. Так, там мега и красный одновременно. Почему ты именно на красный пошел, а не на мегу? 50-50 на самом деле было. Prepare to fight. Round begins in 3. Two, one, fight. Seriously, piss off, bozo. Где он? Мне уже стрёмно. Угу, заворал гам.
Что будешь делать? Блин, его даже не слышно было, капец. Ушел куда или нет? Схавает 45 или что? Так, 24. Он снизу стоит. Снизу тусит, значит, да. Это пиздец. Это такой бред. Ну на чем он делает эти фраги? Ну вот хрен его знает. Че он меня там подбил как-то странно. А это неожиданно, да, пацанчик? Неожиданно. Опа, давай. Ну это бред, ну он очень рискованно, то есть он типа, ну это плохие он ситуации выбирает. Он должен был умирать на самом деле. По факту. Райзу, райзу.